Мощный тайфун Хайма после Гонконга достиг континентального Китая с сильными порывами ветра и ливнями. В международном аэропорту задержаны около 700 рейсов. Нарушена работа транспорта. Накануне на востоке Тайваня сильные дожди вызвали настоящее наводнение. По меньшей мере 12 человек погибли на Филиппинах, где ураган бушевал в прошлые выходные. На северном острове Лусоне тайфун вызвал значительные разрушения. Во многих сельских районах дожди стали причиной оползней и наводнений. Местные жители сравнили Хайму с тайфуном Хайян, который обрушился на острова в 2013 году и унес более 7 тысяч жизней.